Мы начали в этом году очень рано, 4 апреля начали вообще работы. Значит, часть мы уже завершили. Значит, ну еще предстоит очень большая работа. Как раз мы когда будем на мосту, я вам расскажу и покажу все дороги, все проекты, которые мы запланировали. Сумма колоссальная. Если нас поддержат, мы сделаем очень много дорог. И когда ремонт дорог мы приступили? 4 апреля. Да. Вы же помните, когда я говорил о том, что важно, чтобы были наши подрядчики. О, это самое главное, с них можно спросить. Совершенно правильно. И вот поэтому выиграли конкурс две наши компании хорошие. Это Жолдары, Кокштау Жолдары, Кокштау Автодор. Все, и поэтому... А раньше? Они же всегда же были. Везде, нет, всюду. Бывали же такие вещи, когда это приходят такие... непонятные компании, которые а потом... А когда это такое было? Что это было? В истории было. Набережная, это очень я просто помню, когда пришел в 21-м году, была такая компания «Азастрой», я ее даже запомнил. О, у меня сам просто «Аза» себе создал «Строй». Да, да.